Доброе утро, Раф. Вот мы учим, что есть кли, масах, сферот, это света. А что такое клипот? Вот его вот материя или основа, это разбитое желание или это намерение? Вот что такое клипа? Клипа за рацион лекабель. Клипа — это желание получать, которая пробуждается в нас в то время, когда мы хотим как раз исправить себя ради отдачи. И тогда в противоположность этому, в противоположность, вопреки, есть у нас желания, которые называются клипот. То есть всегда это одно напротив другого, да? Да, одно против другого создал Творец. Это говорится о клипе против святости. Мы еще много это будем изучать, не беспокойтесь. Здесь как раз на эту тему в Бейт Шара Кавонот он это хорошо выясняет.